Ну понятно, если вы дико потренили, у вас там зашкаливает молочная или перерожденная кислота. Да. Понимаешь, что вы зашли там на 3-4 минутки в сауну, это прекрасно после спорта, замечательно, особенно если после силовых нагрузок. Вот. А если до одури 300 грамм водки, пивком запили, распарили до сотки баню, и потом в прорубь прыгнули и сказали, вот, русский богатырь! Сейчас медведь придет, а на утро белка.